Доброе утро, дамы и господа. Рад вас приветствовать на матче Национальной студенческой футбольной лиги. Команда уже на поле, и, наверное, мы готовы начинать. Борьбу на своей половине поля отдавать так достаточно опасно. Быстрая атака, выход 1-1. Нужно решать этот момент. Это мимо. Крайне здорово под передачу открылся. Да, вот, пустили. Неплохая задумка, но МГУ достаточно быстро переход. Мяч, первая желтая карточка сегодняшней встречи. Планку выставил. Наверное, оно и к лучшему. На самом-то деле, было грубо. Очевидно, грубо, да, можно было, наверное, и без желтой обойтись. В центре поля. Принц. Находит передачу партнера. Очень быстро все разыграно. И это еще одна попытка выхода 1-1. На сей раз-то нужно забивать. Да что же это такое, Гашунов? Этот угловой будет подавать. Скорее всего, подавать, да, не разыгрывать. Там рядом с ним никого нет. Поднимает руки, показывает, что... Будет навешивать, навес, удар по воротам. Это первый удар в сторону ворот Калмгу. Посмотрим, что же интересного нам футболисты Калмгу предложат. Навес, Еременко на выходе. Здесь передача бы в центр, момент опасный. Еременко! Что такое? Нарушение правил на Еременко. Ну, я бы не сказал, что... До ворот прям близко, я почти уверен, что будет подача, зачем там стенка из двух человек, может быть, что-то знают. Смотрите-ка, это был, между прочим, удар, Толпахов, аккуратней, Толпахов. Это пенальти. Сейчас мы увидим это на повторе. Да, я ведь ошибся, дамы и господа. Я ведь ошибся, да, Толпахов просто коленом врезается в игрока МГУ. Пенальти будет исполнять Сафонов. Сафонов разбегается. Толпахов вытаскивает! Сам исправляет свою ошибку, голкипер Калмгу. Вот это да, молодцом. Заваливался в угол. Да, в Республике Мордовия очень красиво. Очень красивая природа. Но об этом уже в тайме втором. Что ж, отправимся на перерыв, отдохнем немного и вернемся на поле. Все абсолютно правильно угадали. Замены действительно появился момент у МГУ. Улюбали принц. Момент у Калмгу, может быть, Еременко. Да, доктор нужен на поле, получает желтую. Вполне может центр закрыть. Опасный момент, нет положения вне игры, выход 1-1, и... Это гол. Нет? Нет. Вопросы есть. У Акулина флажок все-таки был поднят. На самом деле сейчас очень много моментов МГУ, после этого продолжим. Момент! Толпахов! Странно. Да, не договорил я. Еременко, передача от своего. Близкого расстояния и с тем, что нужно его обязательно разыграть. Передача, удар, добивание, гол! 1-0 в пользу Калмгу. Вот так эта ошибка закончилась взятием ворот. Смотрим, но это была определенно точно не передача, это был удар. И отличается Дарджи всему. Если вдруг понадобится. Уже дальними забросами играет МГУ. Момент опасный. Это выше. А Калмгу в атаке. Калмгу
Нарушение правил, главное быть здесь, момент опасный. Удар! Это выше. Вот здесь вынос, и все. Поздравляем! Калмыгус победа, и да, конечно, матч удался, я вам скажу. Было все, пенальти, удаление. Все-таки дождались мы забитого мяча, выхода 1-1 и абсолютная перемена настроения игры.